Всем привет, с вами Вадим, и сегодня мы продолжаем играть Dead by Daylight. Сегодня мы будем проходить игру на альтернативную концовку. Ну что ж, погнали. Так, мы это уже все видели. Так, атмосферный режим. Стандартное управление. Окей. Также я решил переустановить игру и перепройти ее снова, и у меня поменялся код, который поможет мне пройти на альтернативную концовку. Ну, сейчас я уже этот код запомнил. Ну и посмотрим, что будет, если мы его введем на той двери. Так, камушек. Мы здесь уже все помним. Сейчас мы тут уже все по-быренькому пройдем. Сохраняться тут нет смысла сейчас. Так, сейчас сломаем эту дощечку. Так. Сейчас пойдем возьмем инструменты заранее. Так, вот они. Так, теперь. Мне нужно пойти на второй этаж. Так, тут сейчас будет лежать целая лестница. Да, вот она. Ну иди давай уже. Мы ее ставим вот сюда. Забираем вот эту сломанную лестницу и заходим сюда. Снимаем всю лестницу, убираем воду. В принципе, все то же самое, что и что мы и делали в прошлой серии. Так. А, подожди-ка. Я же сюда уже заходил. Так, что нам дальше надо делать? Так, сейчас кремер будет точно. Возьмем ключик. Так. Так, вот. Теперь мы сейчас возьмем вот это и сразу введем код. Я его до сих пор помню. 5286. Мы получили зажигалку. А теперь отправляемся в сарай. Блин, я даже не знаю, как будет выглядеть эта альтернативная концовка. Но мне все равно очень интересно на нее взглянуть. Так, вот. Сломанная часть лестницы. Ой, не зажигалку взял. Так, вот. Теперь возвращаемся туда.
Так. Ставим лестницу. Что-то не берется. А, вот. Звук из бутылки. Вздыхающий мужик. А теперь нам нужно вернуться. Так. Кровавые шаги. И кровавый след на стене. Так, куда там идти-то надо? А, вот сюда, точно. Так, отлично. Ну, а теперь... Делаем вот так. Выливаем топливо из канистры на ручку двери и поджигаем и заходим. Заходим. Так. Сейчас выдвинем ящик. А также в игре есть баг. Так, нужно... Так. Чё-то этот баг не работает. Ага. Всё-таки баг не работает. Раньше я тут мог зайти, пока были прибиты доски. Эти. Так, уже там кто-то стучится. Мы заходим в этот подвал или что-то в этом роде. И и момент истины. Так, 1, 1. 8, 5. О! Ты чё, алё? Ай-яй-яй, что я сделал-то даже? Да. Что-то мне чуть-чуть не изменило. Блин, а что я сделать-то должен? Алло. Он что, сейчас ворвется сюда, что ли? Хотя не, навряд ли. Может быть, я что-то упустил? Или это и есть такая альтернативная концовка? То есть мы здесь такие сидели себе. А, может, это тушитель? Ты что, прикалываешься, что ли? Ты даже со мной сделать ничего не можешь. Может... А, ну точно. Я смогу передвигать предметы здесь. А, блин, ясно. А как ты залезешь? Ты мне скажи, пожалуйста.
Так, мы вентиляцию. Нифига себе, вот это альтернативная концовка, короче. Так, что у нас здесь? Блин. Так, а где ты оказался? Я могу вернуться? Ну, значит, это и есть альтернативная концовка. Здорово. Просто офигеть. То есть... Он сейчас меня убьет, да? Нет. Месяц спустя. Ого. Это уже интересно. Закрыто. Так, тут какой-то боксер, что ли, на картине? Так, здесь тоже закрыто. И здесь тоже. Вот дверь. Ой, я думаю, что так потемнело-то? Так, тут уже бухло лежит. Так, сюжетная сценка. Ни хрена себе, еще и русская озвучка. То есть мы сейчас играли за того человека, который ищет этого Джона, за которого мы играли. Вот это поворотище. Это просто самая эпичная концовка, наверное. Ну ладно, давайте тогда заканчивать на этом. Игру я полностью прошел, я прошел на плохую концовку и на альтернативную. Ладно, ссылка на игру будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока.